такую зону. По центру и... Ногой мяч перешел. Хороший эпизод. И спасаются гости. Еще и забить. Нет, не получается. Здесь блок Локомотива. Хороший долгоиграющий розыгрыш. Лубурич. Играть, играть. Потом разберемся. Савин по рукам соперника. Абаев еще и в защите. Первый темп. Локомотив закрывает в лице все того же Ильяса Куркаева. Для него это шестой блок. Но возьмет повтор. Да, возьмет, конечно же, Колчин. Там был эпизод, когда можно взять повтор. Да, очень затяжной. Если бы Локомотив после этого еще и бы головой забил бы,